Несколько человек пострадали в ходе плановых испытаний в преддверии отопительного сезона. Видео с внушительным прорывом днем произвело фурор в социальных сетях. Фонтан вырвался из-под земли у станции метро улицы Дыбенко. Разбежавшимся очевидцам даже показалось, что проверку на прочность не прошли канализационные коммуникации. Однако в теплосети успокоили, угрозы ни для здоровья пострадавших, ни для обоняния прохожих нет. А то, что изначально приняли за расплескавшиеся стоки обыкновенная земля вперемешку с камнями. В эти минуты тепломагистраль продолжает чинить ремонт. Бригада. На данный момент специалисты на месте, обеспечены все необходимые меры безопасности и организуются ремонтные работы. Важно отметить то, что температура воды составляет 25 градусов. Насколько опасным для автолюбителей может оказаться прорыв трубы с канализационными стоками, знают жители Российского проспекта, все в том же Невском районе Петербурга. Там 3 года назад содержимое коммуникации под высоким давлением пробило асфальт. В итоге все отходы оказались на кузовах проезжавших машин. Только по счастливому стечению обстоятельств в тот момент на улице не было ни одного кабриолета.